А, то есть нам просто сидеть в этой зеленой зоне? Да. И ее оборонять. Почему мы так далеко идем, Верес? Вот там, да, нормально, возле зоны было. Тот правил нас на километр. Это не тут, где переправа, а нет. А кто враг? Так и станция, наверное, какие-то. Нет, нет, я вижу, Талиба бежит с оружием. Север ровно. От зоны. Свой враг? Чего Талибов у нас не было. Только, только по городу. Эти боты, боты, да, были. С оружием, то это враг. Может, ему оружие. Что едет? А, шикал. О, у меня в зеленке враг. Летит, летит, шикарно. Убивай. Он убежал, не хули, не ударит, не ударит. Из зеленки, наверное, да? Карыч. Наверное, его подстрелили. Или ранен. РПГ. Да, они в зеленке гады бегают. Чувак.
Да, они на 340 там бегают. Там холмик такой небольшой на севере, они за ним. Да. Так, нас отходят с запада, запада по русу. Близко? Да, по русу, очень близко. Останови его, вроде ранен, лежит без сознания или убит. Где? Да. Нет. Да, один выбит. Без трюка. Рванил ты к шакалу, что ли, сесть? Я в одном шакале. Они далеко на западе, в поле за руслом. Отлично, продлив сняли. Нет. Какой бродил? У нас что, бродля разве есть? Да чувак с ником. Очень удобный ник. Гэшпэшет неизвестно, а вот берданка где-то бьет из-за зеленки на западе. Да, чё так тут неудобно. С юга где-то, наверное, нет? А, это выстрел с юга. По домикам? Да. Сейчас буду... Знаете, откуда бьют? 250, вижу. Одного убил на западе. Да, на западе. Да, точно 250. Нам его не достать. У нас же все, наверное, только обычное такое. И он, наверное, за зоной видимости. Только свыше. Я вижу эти как... Вспышки? Трассера, вспышки, да. Я стрелять-то не могу просто. Они будут там же по зеленке бегают. Ну попробуй стрельни, но они по зеленке, пехота бегает также на северо-западе. Ну, энлава больше не будет.
Ну, а он приблизится, чё? У нас, кстати, по западу опять обходят гады. РПГшник. Ушел на юг, по западной стороне. Захват пошел. Выбил, кажется. Убегай. Нет, нифига. Аудитория, жив? Да. Короче, он на горе стоит, он в зоне видимости. Просто в пустую, вслепую долбит по наводке. Это мне повезло, я тут без сознания лежу. Запад один пришел, почти убежал. Да ты запарил танк. Так, северо-запад снова. Уж на Озьге. Платно? Ну, объехать, да, и прям... Пытаться. Можно, кстати, попробовать. Но только быстро, потому пока нас не обошли уже с юга. Но с юга тоже она, он увидит. Да, я, ну, по крайней мере, поеду на юг. Оттуда, как по чину зайти. Это чё будет? Это что-то крупное, по-моему, дому долбит.
А без берданчика этого убили, нет? Не, берданчик вот на югу. Когда хотел подойти, убил. Там к тебе забегаем, чувак. Да, я подходил. Это я. Там к тебе забежал. В дом? Да. Убил. Он с нашим оружием уже бегает. Понял. Я хочу попробовать шака взять. Сзади тебя как раз пошел. Блин, не возьму уже. Чё, чё ты хочешь? Шикар. Сначала берданку снять надо. Блин, ну на да, я слышу, пока ладно. Да может у нас слушает уже. Да конечно слушает, если он у него этот. Может сдвиг? Да, давайте сдвиг. Нет. Да, да. Проверка. Угу. Еще один живой есть, слышу пока. Вспышка. Одно через запад на юг, там один РПГшник убегал, ты убил его, да? Да, который... один РПГ, да. Понял, понял. Он с запада, Паш. Да. Паш, приди на шопот, тебе слышу. А ты здесь же, да, где-то рядом? Да, да, да. На севере, блин. Что? На севере, пардон. Ну, она больше на востоке. Северо-восток. Чего есть, нет? Есть. А, вот перешли просто. Да. Ты терял сознание? Нет, я это ничего. Понял. Они обходят с востока. С востока, да? Да он где-то на холме лежит, там торчит башка и все. А, вижу. Видишь его? Да, да. Ухо, как рядом. Может уйдем отсюда, Макдо? По-моему, его наводят. Прикольно. С востока, да? С запада, с запада. Ты там смотришь зону эту?
блин, меня в отключку вы... Второй вход правил, ладно? Ага. Блин, руки трясутся. Медикаменты сломали, все сломали, скотина. У меня, по-моему, руки перебиты точно. По тебе? Так, я тоже. По моему месту стреляет, где я сидел. Давит, давит. Сейчас пойду. Да? Смотрю вход. Сейчас в шакал сядет, если там чувак, то будет плохо. Блять, это наш шакал едет. К нам два. Мимо нас. Дымится, блять, вперед поехали. Да. Зараза. Уходим за ним. Я расстреливаю. Не знаю, можно, в принципе, за ним. Через дым как раз сейчас будет возможность уйти. Убил? Что-то, по-моему, еще катается. Hey, и меня покают. Говорят, рубить. Hey, wake up. Конечно, рубим, тут всех наубивать. Что-то рубит? Говорят, танк остался только, и все. Можем к нему съездить, выбить, у нас РПГ есть. Поехали. Я не знаю, где он, только поехали. Да он на горе стоит, там же. Да, есть. Нужно двух шакалов, да, да, я второй возьму сейчас. Я со стрелка, отвезите меня, я не знаю, куда их, где он. Да, он на горе, на юге, на другом берегу. Уже на юге? СМ-2 ему ничего не сделает. Нет, я знаю, что хотя чуть-чуть сделаю ему в башню. У нас РП 18 эти, господи, 136 есть. Нет, не было, да, съемка. Так, нам надо, сейчас надо, на север надо, надо через брод проехать. Паш, мы рванули. Да, давайте. Ну он где этот, где частота, скорее всего, наша стоит. Нам придется через севера, через брод проехать, потому что мы через воду не проберемся нигде. Hey, wake up. Меня там уже заспамили. Hey, wake up. Че, рубим? Ну, убить-то хоть. Ну я уже уехал. Тоже.
на север, если что, еду. Я не могу. Он на севере. А, нет, это камень. Давай южнее, забирай бой. Вы на север едете или куда? Он на севере едет, через брод к нам едет, ё-моё. Примерно синюю там, примерно. Он рядом с нами. Да, он к нам едет. Пострелять по нему или не надо? А, можешь, спасибо. Паш, я могу жить, поеду, короче. С М2. С М2 по нему могу долбить. Давай, я буду перехватывать. Сейчас зарядится. Он там не... Он не может переехать через воду. А, ну я слышу его, я бегу. Трассеры можешь смотреть. Закончилась перезарядка. Вышел. Все на стрелках. Увидели? Да. Дальше мочу ее. Вот. Мы там хотели выбить. Танк. Реально хотел танк. И мы это сделали. У меня танк залагал, блин. Я слышал вас. Мы танк хотели занять. Так. Вот я как раз на последнюю точку подъезжаю, Верест. Вот сейчас деньги будут получить. Короче, идем в атаку.